Друзья, ну что, всем привет, та самая лойка, с которой мы вчера запускали салют, все помните это видео, реально вчера после этого взрыва я и боялся заглядывать что-то внутри этой мойки, но как мы видим, она осталась целой, тут вот немного выгорело, в общем, сейчас я нанесу до места, попытаюсь ее отмыть, включаемся чуть-чуть. Прошло примерно 5-7 минут, давайте сейчас попробуем отмыть мойку. Напомню еще раз, что вот мы ее полностью залили до места, сейчас попробуем, снимается, ну да, в общем, что и требовалось доказать. В целом, я думаю, видно, что вот эта вся чернота уходит, как стенка желтая, да, ребята. Так, сейчас мы сольем. Новая рубрика «Моем мойку в мойке». Если честно, я до конца еще сам не был уверен, получится ли у нас отмыть мойку после самого настоящего салюта или нет. Но как вы можете увидеть, мойка просто идеально чистая. Она не потеряла свой цвет, а остался тот же самый оттенок. В общем, все как и должно быть. Но мойку у нас получилось отмыть, но свои новые штаны, к сожалению, я убрал. Такие вот ожоги у нас оставил до места. В общем, если у вас возникал такой вопрос, можно ли запускать салюты с нашей мойки, ответ – да, это можно делать. Ваш Бульбулюрий.